Замечали? По городу ходит прохожий. Вы встречали? По городу ходит прохожий. Вероятно, приезжий, на нас не похожий. То вблизи он появится, то в отдалении. То в кафе, то в почтовом мелькнет отделение. Опускает он гривенник в щель автомата. Крутит пальцем он шаткий кружок циферблата. И всегда об одном затевает беседу. Успокойтесь, утешьтесь, я скоро уеду. Это я, 33 мне исполнилось года. Проникал к вам в квартиры я с черного хода. На потертых диванах я спал у знакомых, преклонивши голову на семейных альбомах. Выходил по утрам я из комнаты в ванной. Это гость. Вспоминали вы, гость не незваный, но с другой стороны не слишком желанный. Ничего, беспорядок у нас постоянный. Это гость, поясняли вы мельком соседу и попутно со мной затевали беседу. Вы надолго к нам снова? Я скоро уеду. Почему же? Гостите? Придете к обеду? Нет. Напрасно торопитесь, чаю попейте, отдохните, да, кстати, сыграйте на флейте. Да, имел я такую волшебную флейту, за миллионы рублей ту не продал бы флейту. Разучил же на ней лишь одну я из песен, в лукоморье далеком чертог есть чудесен. Вот о чем вечерами играл я на флейте. Убеждал я, поймите, уразумейте, расскажите знакомым, шепните соседу. Но, друзья, торопитесь, я скоро уеду. Я уеду туда, где горят изумруды, где лежат под землей драгоценные руды, где шары янтаря тяжелеют у моря. Собирайтесь со мною туда, в лукоморье. О, нигде не найдете вы края чудесней, и являлись тогда возбужденные песней люди, разные люди, я видел их много, чередой появлялись они у порога. Помню, некий строитель допрашивал строго: где чертог? Каковы очертанья чертога? Помню также истории некий учитель все пытал: лукоморье, кто был покоритель? И не мог ему связно ответить тогда я. Появлялся еще плановик, утверждая, что не так велики уж ресурсы лук края, чтобы петь о них песни на флейте играя. И в крылатке влетал еще старец хохлатый, непосредственно связанный с книжной палатой. Лукоморье? Изволите звать в лукоморье? Лукоморье отыщите только в фольклоре. А бездельник в своей полосатой пижамке хохотал: вы воздушные строите замки. И соседи, никак не участвуя в споре, за стеной толковали: а? Что? Лукоморье? Мукоморье? Какое еще мухоморье? Да о чем вы толкуете? Что за история? Рукомойня в исправности, на пол не лейте. Погодите. В соседях играют на флейте. Флейта, флейта, охотно я брал тебя в руки. Дети, севши у ног моих, делали луки. Но, нахмурившись, их отбирали мамаши. Ваши сказки, а дети-то все-таки наши. Вот сначала своих воспитать вы сумеете, а потом в лукоморье зовите на флейте. Флейту прятал в карман. Почему ж до сих пор я не уехал с экспрессом туда, в лукоморье? Ведь давным бы давно уж добрался до горья, уж давно на широкий бы вышел простор я. Объясните знакомым, шепните соседу, успокойте, утешьте, я скоро уеду. Я уеду, и гнев стариков прекратится. Злая мать на ребенка не станет сердиться. Смолкнут толки соседей, забулькает ванна, распрямятся со звоном пружины дивана. Но сознайтесь, недаром я звал вас, недаром. Пробил час,
По проспектам, садам и бульварам все пошли вы за мною. Пошли вы за мною, за моею спиной, за моею спиною. Все вы тут, все вы тут, даже старец крылатый и бездельник в пижаме своей полосатой. И невинные дети, и женщина эта, злая спорщица с нами, и клоп из дивана. О, холодная ясность в чертоге рассвет, мерный грохот валов, голоса океана. Так случилось, мы вместе, ничуть не колдуя, в силу разных причин за собой вас веду я. Успокойтесь, утешьтесь, не надо тревоги. Я веду вас по ясной, широкой дороге. Убедитесь, не к бездне ведет вас прохожий, скороходу подобный, на вас не похожий. Тот прохожий, который стеснялся в прихожей, тот приезжий, что пахнет коричневой кожей, неуклюжий, но дюжий в тужурке медвежьей. Реки, рощи, равнины, печаль побережий. Разглядели, в тумане алеют предгорья, где-то там, за горами, волнуется море. Горы, море, но где же оно, лукоморье? Твое лукоморье.